крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам дни, и все остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи помилуй, 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 слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты обречен славой и величием, Ты одеваешься светом, как кризу, и простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твои колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими, огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, к которому они придут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. И вино, которое веселит сердце человека, и лей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека, насыщается древа Господа, кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы, ели, жилище аисту, высокие горы сердом, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются, ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающееся, которым нет числа. Животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отвязаешь руку Твою, насыщается благом. Скроешь лицо Твое, метутся, отнимешь дух, их умирают, и в печь свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава во веки, да веселится Господь о делах Своих. Презирает на землю, она трясется, прикасается горами, дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники земли, и беззаконных да не будет более. Благослови душа моя Господа. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Миром Господу помолимся! Господи, помилуй! Услыши мире спасение душ наших, Господу помолимся! Господи, помилуй! Умири всего мира, благостояние святых Божьей Церкви и соединение всех, Господу помолимся! Господи, помилуй! Во святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь Господу, помолимся. Господи, помилуй.
православным епископ Всероссийской Церкви, Господин нашим высокопреосвященнейшим, митрополит Илларионе, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, по всем приидче людям Господу помолимся. Господи, помилуй. Во многострадальной стране нашей российской правителей и православных людей, в Отечестве в России несущих о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране и веры живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благорастворение воздуха по изобилию плодов земных и временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Глас четвертый, Господи, возла к Тебе, услыши мя. Господи, возла к Тебе, услыши мя. Услыши мя, Господи. Господи, возла к Тебе, услыши мя. Вони глас умоления моего, мне да возла Тебе к Тебе. Услыши меня, Господи, да исправится молитва моя, я походила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя, услыши меня, Господи. Если действие не душу мою исповедитесь имени Твоему. Согрешив Тебе, человеколюбче, не по естеству, яко человек, да и спрошу прощения, но паче человека и выше естества, и паче прощения, но и же выше естественных устав, и паче постижения мыслей человек, спаси мой бы их, и паче ума человеколюбный мы, и помилуй меня к Тебе, обращающегося. Между праведницей донде же воздаси мне. Положилось и покаяние согрешающим в Христе, а неправедным образ убоимым разбойника же и блудного, монахи и блудницы, гонителя, мытаря и отметника, неудоб, отчаиваюся. Твое, Бо, человеколюбное, преблагое, ведай, спаси мой, обращаюся же и слезю, и благонадежден бываю, яко приемший мя. Из глубины воззвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Дашь мне умиление и злых отчуждений, совершенное исправление в страстях телесных, ныне погруженному и удаленному Тебе, Боже, всех царю, и никак уже надежду имуща. Спаси меня блудного, многие ради благости Иисусе всесильнее, спаси душ наших. Да будет уши Твои внемлющий глаз умоления моего. Воздержанием тела смирите все, почимся божественное, приходящее поприще непорочного поста. И молитвами, и слезами Господа спасающего нас взыщем. И забвение злости конечно сотворим вопиющее, согрешихомте спаси. Як уже древлени неветяне Христе царю и общники наисотвори небесного царствия благоутробнем. Аще беззаконие нас еще, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Себе очиваю, помышляя делами, Господи, всякого мучения достойное. Себо презрев честны Твои, спаси заповеди, блудно мое житие жди. Тем же молюсь от тучами покаяниями очисти, постом и молением яко един, милостивый просвети. И не гнушайся меня, благодетелю всех, и приблаги. И мне ради Твоего потерпек, Господи, потерпи душа моя, слово Твое, упова душа моя на Господа. Постное время светло начни, подвигом духовным себе предложивши, очистим душу, очистим плоть. Постимся, як уже в снедях от всякие страсти, добродетельми наслаждающийся духом, в ней же совершающейся любовью, досподобимся все видите, всечестную страсть Христа Бога,
и святую Пасху духовно радующийся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. И вошедшие чины ангельские, все непорочные, с ангелы всегда моли ангела владычествующего, и сею тварью даровайте нам прегрешение оставления, и избавитесь от страстей, и достойно сотворите нас тогда, певцы славы Его и наследники нетленные пищи. Благословен вход святых Твоих, и пресвятость, и всегда ныне присно, и во веки веков. Аминь. Премудрость прости. Скорблю, скорблю.
ваша. Вечер сей без греха сохранися нам, благословенный Господи, Боже Отец наш, и хвальный и прославлено имя Твое во веки, аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я кожу упаваху на Тя, благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, благословенный Владыку, вразуми меня оправданием Твоим, благословенный святый, просвети меня оправданием Твоим. Господи, милость Твоя вовек, делу руку Твоя не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе славу подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Исполни молитву, вечернюю молитву нашу, Господи. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Вечер всего совершенно святомирный, безгрешного Господа просим. Дай, Господи. Это вы не так, я говорю. Господи, помилуй это. Господи, помилуй. Это великопостное уже напевное. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Пожалуй, Господи. Не надо. Господа, Господи. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Заступи, спаси, помилуй, сохрани, избави от самоцеки, скорби, гнева и нужды у Господа просим. Господи, помилуй, Господи. Дай, Господи. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Спутали я. Давайте помолимся. Исполни вечернюю молитву нашу, Господи. Помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Вечера сего совершенно святомирный, безгрешного Господа просим. Дай, Господи. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души, телес наших у Господа просим. Дай, Господи. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Дай, Господи. Добрых и полезных душам нашим и мира, мира и у Господа просим. Дай, Господи.
Отче, время живота нашего мира и покаяния скончать у Господа просим. Христианская кончина живота наших безболезнен, непостыдный мир и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Весь святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благо человека любит Бог, если тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Мир всем. Главы наши, Господи, преклоним. Будет же в Царстве Твоего благословенный, препрославлен Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Высия благодать Твоя, Господи, высия просвещение душ наших, все время благоприятное, все время покаяния, отложим делать мы и облечемся в оружие света, яко да приплывший поста великую пучину, тридневное воскресение достигнем Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, спасающего души наша. Тебе, Дух, очи мои, прославляемый в памяти святых Твоих, Христе Божие, от них умоляем, не спасли нам великую милость. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ангельские чины Тя, Богоматерь, прославляют Бога, Бог всечистый, родила еси, Отцу и Духу сопресносущно, и ангельские воинства от несущего хотения постивша, поставивша Его же моли, отли спасти и просветите души православных, я воспевающих всечистая. Ныне отпущающий работ Твоего, Владыко, по глаголу Твоего с миром, я повидестого чима и спасение Твое, еже и силу готову пред лицем всех людей, свето откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, Отца, Сына и Святого Духа, ныне присно, во веки веков. Земной поклон делаем Тебе, Мария, Господь с собою, благословенна Ты, жена, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Крестителю Христу. Богородице, Крестителю Христу, поем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Крестителю Христу всех нас помяни, да избавимся ж беззаконий наших. Тебе благодеся благодать молитвися за ты. Молите за ты святые, Августа и святые.
помилуй, Господи помилуй. Нет, читай, не надо петь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Именем Господним благослови, и благословен Отче. Христос Бог навсегда, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи и Владыка живота моего. Царь Небесный, да? Ну, читай. Небесный Царю, православные христианы укрепи, веру утверди, языки укроти. Мир умери, святый град сей добре сохрани, прежде отшедшие отцы и братья наши в селениях праведных учени. И нас покаяние исповеданий приими, яко благи и человека любец. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныне любоначалия и празднословия не дашь мне. Ты уже целомудрый, смиренно мудрый, терпение и любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое привлечение, осуждать и брата моего, яко благословенность и во веки веков. Боже, очисти меня грешными и помилуй меня. Боже, очисти меня грешными. Боже, очисти меня грешными и помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Боже, милости будет ко мне грешным. Боже, милости будет ко мне грешным. Милости будет ко мне грешным. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Господи, Владыка живота и дух праздности, уныне любоначалия и празднословия не дашь мне, Душа целомудрый, смиренно мудрый, терпение и любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, суждать и брата моего, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами причисти Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных богоносных отец наших, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В этот день перед Великим постом Церковь установила совершать чин прощения. То есть мы каждый спрашиваем друг у друга прощения. Где согрешили, чем? От чего? Словом, делом, говорит, помышлением, ведением, неведением. Во всем попросить прощения. В старых православных обычаях было не только в этот день просить прощения. Я помню свое детство, жили мы у дедушки с бабушкой. Было так, мы, ребятишки, собираемся в школу. Оделись все, но мы не выходим. Мы в угол, где, говорится, в святой угол, где иконы, поклонились три раза к дедушке. Дедушка, прости и благослови нас.
Бог простит и благословит. К бабушке обращаем. Бабушка, прости и благослови нас. Мы в школу пошли. Бог простит и благословит. Вечером также, ходя ко сну, вечерние молитвы совершили обязательно и спрашиваем прощения друг у друга. Дедушка нам поклонится, простите меня. Хотя в день он, может быть, и несколько раз отодрал за уши и за все. Но это обыкновенное. Бывает. Ребятишки были, покостили, будь здоров тоже. Такое что там. Где не надо, там с крыши нельзя. Мы с крыши, да давай кататься зимой на санках-то. Ну, конечно, что, крыша-то от этого. Ей не шибко хорошо-то бывает. Ну, попадет, бывает. Дедушка просил у нас прощения. Всегда понимаете, как было? Даже бабушка собирается доить корову и идти. Она обязательно три поклона положила. Егор, благослови, я пошла корову доить. Бог благословит. Дедушка собирается идти в магазин, да, оденется, все помолится. Бабушка, это ей, Устинья, благослови, я пошел в магазин поклониться, и она, Бог благословит его. Вот так вот было, такие. Сейчас, ну, растеряли, нет таких обычаев, они должны быть. Вот. Согрешили дети утром, вечером, после вечерних молитв. Обязательно друг у друга надо попросить прощения. Поклониться до земли прямо. И дедушка нам кланялся. Вот. Ну и мы, естественно. Представляете, как было. И вот этот чин прощения, он раз в году совершается. А в монастырях, где я как-то был однажды, жил в монастыре месяц. Это в 90-м году в Мюнхенском монастыре был. То там так, я, интересно, как монахи вечером совершили и спрашивают прощения друг у друга, и у игумена прощения, и тогда расходятся уже по кельям отдыхать какое-то время. Вот. Вот так вот было. Ну, поэтому сегодня мы также совершим этот чин прощения. Вот. Я у всех вас, дорогие мои, прошу прощения. Где я согрешил? Не родением каким своим ли, невниманием своим, кого я, может быть, обидел грубым словом, невоздержанием там и невниманием и прочее. Все. Прошу вас всех, простите меня и помолитесь обо мне грешном. Бог, спасибо большое. Сейчас подходите, прикладывайтесь к иконе и слава Богу, и потом ко Христу. И спрашивайте у меня благословение, оборачивайтесь и спрашивайте у всех предстоящих, молящихся в храме. Также довожу до вашего сведения. Просят братья и сестры, которые по каким-то причинам, по болезни и по другим, по отдаленности жительства, не могут быть сегодня здесь, то просили они через средства массовой информации всех у вас попросить прощения. Звонил Виктор Николаевич Савченко, Анна из него своей, просит прощения. Мария Яковлевна, Нянила Алексеевна, Валентина Кравченко, Галина Немцова, Валентина Барышникова и Любовь Петровна Бурткова. Всех вас просят прощения. Поэтому можете и позвонить потом по телефону еще. Вот. Это сейчас такое, что как-то в этот день я еду вечером, было на вокзал еду. По телефону звонит молодая совсем женщина, и до того громко на весь авто: ты там, Наташа, прости меня, прости, сегодня же прощенное воскресенье, прости меня, да громко на весь автобус. Прям так все. Это. Даже люди просят прощения. Просто попросить-то, позвоните и попросить прощения. Так, ну вы что там это? Спойте, наверное, покаяние, да? Что-нибудь еще такое постное, что там на реках Вавилонских можно. Бог простит. Все, проси прощения, человек.
И помолитесь о моем сыне Никите. Братья и сестры, простите меня, Господь ради. Батюшка, спасите меня. Бог простит меня. Братья и сестры, простите меня. Бог простит меня. Простите меня, Христа ради. Креститься не надо здесь, когда просите. Просто отклонитесь и все. Бог простит. Бог тебя простит. Бог простит нас. Очень честные. Простите меня ради Христа. Бог простит вас. Собрались там, где он братья и сестры стоят. Да. Бог просит. Ну, вот туда, вон братья и сестры. Бог просит, вот они все. Не надо крестить, не надо. Бог просит. Кланитесь и все. Бог простит нас, прости. Ну что, что мне хочешь сказать? Слушай, что мне хочешь сказать? Ну? Что? Бог тебя простит, твоего отца. Теперь оборачивайся туда, у всех братьям и сестрам скажи, вот так, обороти Иисуса, вот сюда. Братья и сестры, вот сюда, сюда, так, вот так. Простите всех, меня ради Бога, Бога истинного Христа. Бог простит. Бог простит. Держи, садись. Бог простит. Простите меня, Христа ради. Ой, спокойно, да и все, никак. Бог простит.
Бог простит. Братья и сестры, простите меня, Господь Христос. Бог простит. Простит вас. Целуйте крестик. Крестик, целуй. Братья, простите нас, Христа ради. Да Бог простит. Бог простит. Помогите нам. Братья и сестры, простите меня, Христа ради. Бог простит меня. Братья и сестры, простите меня ради Христа. Бог простит нас, простите ради Христа.
Батюшка, простите меня, ради Христа. Братья и сестры, простите меня ради Христа. Бог тебя простит, ты нас. Благословение Господне на вас, только благодать и человека любим всегда, ныне Христа и во веки веков. Да не всех вас, Господь.